Дорогие друзья, я поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством Христовым. 2017 год должен стать совершенно особенным в истории Украины. Ведь именно в этом году рухнет та стена, которая столетиями отделяла Украину от Европы. Я уверен, уже весной украинцы смогут ехать в Европу без виз и ограничений. И в прошлом останутся унизительные очереди у посольств. И это станет началом настоящей европейской весны, которой добился украинский народ, в противовес той русской весне, которую кровью нам пытались навязать террористы. Я желаю всем вам счастья, здоровья, добра, вам, вашим родным и близким. Joyeux Noël! Happy New Year and Merry Christmas! С Новым Роком, Рождеством Христовым! С Новым Годом! С новым счастьем! Слава Украине!